Ничего не будет. Продолжаем чат. Продолжаем чат. Так, а что вообще продолжаем? Что у нас за айтем? А, у нас... все, я понял. Все, я понял. Блин, в обык выкакать большую эту. Большую монету. Так, ну, хорошие комнатки. Ставка? Ну, пусть модеры поднимут, в чем проблема? А, нет, на этот ран ставку не поднимайте уже. Нет, это ставка без рана. Это ставка без рана, нет, все правильно. Ой, этот ран без ставки, господи, наоборот. Неприятненько. Хорошо, выжили. Ну, умирай уже, ну. О, хорош, открыли. Найс, минус всех Апекста. Минус всех Апекста. Так, но это пригодится. А, и, кстати говоря, через это мы сейчас с вами свичнем ее. А, ну, может быть, получше. Нет. Нет. Вообще не знаю, что это. А, ну, кстати говоря... А, нет, я думал, это будет дополнительным модификатором. Дерьмо. Дерьмо. Ой, я ключ еще дорогой купил. Просто, просто дебил ебаный. Тут тоже говно. Просто параша. Бля, еще непонятно, где мои, а где его. Говно, говно. Ну, подруинил себе. Подруинил себе этой штукой, пипец. Да. Подруинил. Да. По-хорошему, конечно, ребут надо. Отвратительный, кстати говоря, отвратительный айтем.
Просто прям параша. Это хорошая штука. Что мешает? Ну, сейчас посмотрю, что там будет. Блин, здесь еще полное дерьмо. Эх, да. Ну, сейчас умрем мы. Я люблю так. Тебя. Спасибо большое, Урха, за 15 месяцев. Благодарю. Ну да, но с этим говном мы не это. А по-моему опять та же самая ситуация, кстати говоря, получилась по этой штуке. Так, здесь айтемы по скидочке. Так, есть этот. Угу. Так, сейл бомбы. Но если мы пройдем за два ключа, возьмем 4, это в целом будет неплохо. Хотя вот нам бы здесь еще пофигарить. Наверное, лучше будет купить предметы и ключ. Ой. Хорошо. Блин, кстати, ситуация вообще прям один в один. Почти. Ой-ой-ой-ой-ой, тут камень был, твою мать. Блин, скорее бы закончить уже с этим уёбищем. Мертвым. И с его айтем-пулом. Какой же он душный, блядь. Какая-то уебищная Магдалена из него получилась. Только еще и без хп. Вот по этому пулу прям одно дерьмо. Прям одно говно. Но Магдалена хотя бы можно это... разогнаться. На этом уёбище ты не разгонишься особо. Нет, я не буду твип сыграть. На стриме точно нет. Она не заходит никому на стриме у меня. Поэтому на стриме я ее играть не буду. Я вообще больше игр играть не буду. Я играю... Айзека да прохожу и все. Луп Хира, Айзека и стримы игровые заканчиваются на стримах, поэтому никаких игр больше не будет. Можно не спрашивать меня даже о них. Все, что я буду играть офлайн. И не более того. Я уже миллионы раз говорил об этом и повторяю в миллионы... Потому что игры не смотрят, никому не интересно здесь игры на этом канале. Все. Неинтересны игры, мне нет смысла в них играть, мне лучше запустить нормальные стримы. Так, нам вот эта хрень нам нужна. И нам нужны бомбы под это. Но бомб у нас нет. Нам вот эта штука нужна, эта тринкетка. Мы через нее можем энджелайтами повытаскивать. Жаль, так думаешь? Мне нечего думать, у меня есть цифры. Чё мне, блядь, думать, чувак? Это ты нахуй думаешь, а я смотрю цифры. И цифры мне все говорят лучше тебя. Без думок и безо всего остального. Что ты мне, блядь, это? Думаешь, нахуй. Когда я вижу, что происходит. Это ты думаешь. А я знаю конкретные факты. Так что все. Ну, тебе интересно, а другим не интересно, чувак. Ну, мало ли, что тебе интересно, блядь. Стримы же не только для тебя делаются, правильно? Ребят, тема закрыта. Она меня прям раздражает. Я уже объяснил все 1000 раз. Интерес к игровым стримам можете наблюдать прямо сейчас даже на стриме. Все, отъебитесь, пожалуйста.
Поэтому тема закрыта. С игровыми стримами. Все. Я старался делать много чего, для того, чтобы игровые стримы побустились, но факт остается фактом. Все. Здесь они неинтересны. А стримы по рекламным играм? Забаньте нахуй Оксану за то, что она тупая. На 10 минут. Ну, за то, что тупые вопросы задает. Я просто не знаю, я не хочу на это отвечать, блядь. Не, я хочу забанить ее. Я на полном серьезе, дайте бан. Не, я просто хз, блядь, как мне отвечать на этот вопрос. Не-не-не, я вообще не в настроении сейчас на тупорылые вопросы, блядь, отвечать. Правда, прям пиздец. И давать какие-то примеры. Здорово, дед, не сдох, как видишь, в отличие от твоей матери. Так, ключи. Ой, так, ну это нам не нужно. Ключи забираем. Говно. Отыграем от этой штуки. Так, ну здесь хороший айтем есть за пятнашку. А это нам главное не заруинить монеты. Монеты подбирать и... У тебя жопа слипается, Саша, хуйню не неси, пожалуйста. Мне эта лживая забота не нужна, чувак. Типа, глазки слипаются, еще и, блядь, иди нахуй с этой хуйней, правда. Она прям больше бесит, чем радует. Как будто тебе нахуй не похуй. Глазки, блядь, слипаются. К тому же мало того, что, блядь, несешь хуйню еще, не отражающую действительность. Так, ну бомб у нас дохуя стало. Да, шоколадный глазик слипается, блядь, чат. Да, от орбиталки тоже, конечно, у нас урона никакого нет. Нет, этому стартового не надо идти. Лень. Очень долго. Видите, какой приоритетный у него? Вот просто смотрите на комнаты. Может просто найти закономерность приоритетного этого. Вот это вообще редкость. То, что мы получили. Одно и то же за комнатах, одно и то же. Раз за разом на первых айтемах. Этот перс, да, этот перс полное дерьмо, он душный. Он не сложный на самом деле, просто я не хочу вообще душиться, блин. Мне лень. Мне лень душиться, играть аккуратно, я хочу по-быстренькому ее закрыть. Поэтому да. Он просто дерьмовый тем, что он совмещает две отвратительные черты. Отсутствие буста и отвратительный айтем-пул. Просто отвратительнейший. То есть, прям вот. Вот есть Магдалена, у нее тоже очень плохой айтем-пул. Но Магдалена в ранах за счет хардов и так далее легко внимание! Можно разобузить. А так, а этот прям то же самое, только еще и без разгона. Он прям дерьмовый перс, да. Урха, сейчас я не буду нихуя слушать от тебя. Я не хочу сворачивать игру. Поэтому подожди, пожалуйста. Спасибо за 300 рублей.
Так. Блять. Привет, Мика. Еще погода дерьмо, а кусок. Просто пипец. Блять, ну ёбаное дерьмо. Параша ссаная. А, охуенно, блядь. Охуенно боссы прокнули, блядь. А чё не 10, блядь? Ебать, какой незаход, пиздец. Как же душно, блядь. Как же душно их ковырять просто. Как лень. Комар еще ебаный летает. Полный посос просто. Безо всего, безо чего, блядь, полный пиздец. Давай умирать. Ой, блядь. Еще и это уеб... А, их еще и двое. Пиздец, анлакище, да? Чат. Это мы мимо идем. Ой, блядь! Охуенно! Ёбаная игра. В чем прикол кубльда? Ни в чем. В Айзеке куча абсолютно бесполезных предметов. Прям. Ну это пиздец, блядь. Прям полностью бесполезных. Вот это повезло. Теперь, блядь, осталось выжить, нахуй. Теперь осталось выжить еще. Ага, ну мы туда не доберемся, да? Так, можно сделать так. Давайте, ладно. Сойдет. Немного дэмэджа. Но об остальном тогда будем это. Я не знаю, стоит ли его кормить. Наверное, стоит. Поехали. Кстати, стоп. Блин, да, вот, что не включил. Я слушаю, альбом один и тот же играет. Так, ну здесь будет легче, чем в первой.
Не, надеюсь, мы сейчас бустанемся. От ангела, например. Sacred Heart возьмем. Сейчас вангуй Sacred Heart будет, и все будет отлично, чат. Ой, я подумаю, что лучше, взять ключи и попытаться сундук пооткрывать, чат? Как считаете? Да. Ну, в итоге такое оказалось. Спасибо большое, Never. Привет, как самочувствие? Спасибо, что спросил. Нормально, нормально. Самочувствие более-менее. Спасибо. Да. А что делать, эта почка? Пердит. Бесполезно от урона. У нас сейчас всего 3 полезных айтема из 6. Ну даже не 3, на самом деле, 2. 2. 2 из 6. Это как вообще лютый трэш. Два из шести. Это прям супер плохо. Остальное просто лютая помойка. Господи. Просто ковырял его. Какой же пососный персонаж. Просто пиздец. Блять, какое говно. Какое, блядь, говно. Хуй там. Блядь. Я забыл, что у меня... вы поняли. Тринкет. Ну ладно, используем ее там. Все на это нужно... Все равно это нужна бомба. Бомба у нас только одна.
Так что мы ее... Ангела не взорвал, блядь. Еще что повторишь за мной? Ай, блядь. Жопу нахуй ты свою не взорвал, чувак. Так себе. Но нам пригодится. Открываем. Нормально, нормально. Под атак спит нормально. Нормально, здесь даже хп есть. Заберем. Да, блядь. Ай, блядь. Да, блядь, бред. Эй, какой ковырялово, ебать. Так, 12. Охуенно, блядь. Так, бомба у нас есть, поехали. Получай, сволочь! Хуйня, увы. Спасибо, Гранд Сурлер. А я красивый, кстати, у меня собачка. Эх, вот бы кто пиццу бы дал. А то сижу тут в баре и допивчан. Ты в баре сидишь, что ли? Реально? Прикольно, вообще-то прикольно. Сидишь в баре, смотришь стрим. Крутяк. Так, ну сейчас, возможно, за счет этой хуйни мы с вами... Нам только бомбы нужны обязательно. Так, уйдем без... стоп. Это что? Death, так, некро. Этот. Итак, все. По скидочке возьмем. Это гридер. Ну, может завести. О, это хорошо. Это хорошо. Ага. Бля, жалко, здесь нет бомбы, кстати говоря.
жалко, нет бомбы. О, окей. Так, ну давай, это может нам помочь. Но вот на самом деле я бы взял эту хрень карты. Блять. Так уже можно. Так, теперь. Ну, давай рискнем. Блять, это ж надо. Ну, это полная хуйня. Вот я отвечаю, это полная хуйня. Блять, я считаю это полной хуйней. Бомбы нет. Блять, две этих это. Ну какая, сука, вероятность? Что за бред вообще? Просто пиздец. Блять, какое говно. Еще два душных дебича, блять, на боссе. Бля, жалко, у нас нет бомбы, это просто охуеть. Мы сейчас у ангела не сможем айтем достать. Второй. Thank you.
Ой, блядь. Блять, задело меня там что-то. А, ну, здесь понятно, что мы берем. Здесь, конечно, есть охуенные айтемы, но у нас нет выбора. И как раз наше двойное прожатие теперь отлично сработает. Жалко, не можем его рвануть. Окей, теперь у нас есть ХП. Теперь у нас есть ХП. Здесь мы ничего не покупаем. Мы живем. Блять, зарядку бы найти еще от урона. Да нахуй мне этот кубик, блять, орбиталка это бесполезная. Кусок говна ненужного. Блять, вот отстой. Ну хотя бы уголек, окей. А... Ой, бля. Мы уже с этим, так что нам. А, кстати. То, что надо. То, что надо. Так, что, поехали? А, стоп, не надо убивать. Ну теперь-то точно ангела взорвем. А карту силы, наверное, донесем до босса. О, еще сила. Тогда можно и прожать. Ну, нам нет смысла. Две карты мы все не унесем. Как же мне повезло, что я взял двойное нажатие. Это пиздец. Блять, сакрит хард нужен, и все. Жалко не два ангела, да? Ну, его мы брать не будем, и это тоже в целом нам на один хит не нужно. Возьмем щит. Так, иди сюда. Хуйня. К сожалению. Давай зайдем сюда, раз такая фигня. К сожалению, фигня. Секретку даже скрывать не буду. Все, последний у нас. Здесь, получается, мы закупаемся на максимум.
Хаос. Па-па-пам-пам-пам. И по скидке у нас этот. Даже и не знаю. Хаос не подруинит ли нам ситуацию, наоборот? Как вы считаете, чат? Как считаете, чат? Ну, в целом, кота можем собрать. Ну да, теперь уже нет. Так, давайте единственное, что с ним поторгуем. Угу. Speed down. Так, давайте, знаете, что сделаем? Ну да, ну либо внизу, либо в этом. Пока не будем там ничего проверять. Ой, так, ну это мы не берем, нам надо здесь рерольнуть. Блять, 7, но я не хочу... Я не хочу брать, блядь. Здесь скидка, но я не хочу брать это дерьмо. О, скидка, давай. Найс хаос, блядь, алло. Ну вот, хоть какой-то прок, но... Но это не то, что было нам нужно. Ой. Случайно вырубил ее. Ну, конечно, сетап у нас вообще ни о чемный. Вообще ни о чемный, прям. Достопочтенные жители Савграда и нищие холопы, говорит его превосходительство Донатор. Спасибо, Зелебоба. Я сейчас пока не читаю, ой, не слушаю, сейчас после катки послушаю. Все. Спасибо большое за 300 рублей. Так. Поехали дальше. Блять, мы будем, конечно, Гриду убивать. Пиздец, как долго. Если вообще убьем его. Просто пиздец. Да, ковырялово нереальное. Бесполезнич. Столько айтемов бесполезниче. Спасибо большое, Акт Спбик. Благодарю тебя за 5 подарочных сабок. Лайк. Лайк, ребята, поставьте, пожалуйста, человеку. Нам-нам-нам-нам. Эй, лайк. Посмотрите, Моша, что ты кушаешь. Ты что, не видишь? А что это? Это контент Сергея Хелье со стрима. Охуенно, бля.
Привет. Я донатила тебе недавно под ником Майя Петкай. Ты помогал мне советами. Если помнишь, у меня есть история, чем закончилось все. Если вдруг интересно, то в чат напишу продолжение. Обнимаю. Какая именно история? С парнем твоим? А в смысле закончилась? Уже она к чему-то пришла внезапно, что ли? Ну да, напиши, это интересно. Напиши, конечно. Вот про это я и говорил. Когда я говорил про хаос, вот про эту хуйню я и говорил, понимаете? Вот про эту хуйню я и говорил. Когда я говорил, а не заруинит ли нам хаос. Пизда. Вообще не получили нихуя. Только с этим идти. С книгой идти нет смысла, мы ее не зарядим. ГГ. А как ты моду на пиратку установил? Какая нахуй пиратка, долбоеб? Так. Че, идиот, чувак? Блять, школа... Иди нахуй, а? Это пиздец, на самом деле. Мы нихуя не сделаем все. Мы еще и стреляем наискось из-за этой хуйни. Ой, бля. Не оттолкнул.
Ой, блядь, забыл про центральную. Бля, мне его еще пиздить не получается. Из-за того, что я наискось стреляю, мне нужно стоять. Блять, иначе. Блять. Как же мне руинит вот эта хуйня наискось, пиздец. Как же с ней неудобно, вся тактика его прохождения. Я даже не смог туда залить, потому что упал на меня. Ебать, блять, наконец-то эту парашу обоссанную мы прошли. Окей, мы идем. Мы идем закрывать Ив. Так вот история. На след день. Мой пошел гулять с пацанами. Пришел под даты, и я подумал, что это идеальный вариант, чтобы с ним поговорить. Когда он такой, с ним было легче говорить обо всем. Итог, у нас не было секса, так как он мне изменял с бывшей. А из-за работы я не задумывалась об отношениях говорить. Теперь я свободная женщина. Блять, я хотел сказать, что, возможно, он тебе изменяет, но не хотел этого говорить, потому что это могло бы создать какие-то... Ну... Вот. Но, блядь, на самом деле, что не делается, то к лучшему, согласись. Это охуенно, что ты избавилась от долбоеба, который тебе изменял. Потому что человек, который изменяет другому человеку, недостоин его внимания. У меня сегодня... И любви. Привет, Сергей Чатик. Привет, брадросу. В общем, сходил в кинотеатр на пилу «Спираль» фильм. Заебись был. Точка. Приятного стрима и удачи чатику. Да, я вам завтра скажу, как мне фильм был. Урха, слушай. Деда, все равно... Те, кто давным-давно к тебе пришли, как я. Я пришла к тебе 5 лет назад. Мы все равно будем помнить и любить твои игровые стримы, потому что это невероятно лампово. Да. Понятно, что да. Это никого не интересует сейчас. Да, мы это правда, будем да. Любить тебя. Спасибо большое, Урха. Спасибо. Да. Rest in peace, игровые стримы. Спасибо огромное. Сергей. Да. Чатик. Да. Несмотря на то, что... Моя жизненная ситуация в данный момент крайне прискорбная. У меня есть вы. Сердечко вам всем, господа. А что у тебя случилось, чувак? Ну, я не знаю, хочешь ли ты говорить. Зелебову большое тебе спасибо за 300 рублей. Ну, конечно, дело твое. Вот, рассказывать там или нет, но... Что случилось-то? А, там уже ставка все, да? Ну ладно, пойдем. Так, у нас вообще здесь ничего, да. Нам везде надо. Блять. Ну давай проверим. Не повезло. Плюс бомба. Эх, микрочелик. Который нам не нужен.
Ой. Хороший, хороший айтем, нет денег на него, правда. Одной бомбы будет недостаточно даже, чтобы вскрыть нам и монеты с нашего автомата. Вообще, я, конечно, опасненько себя поранил только что. Мадам. Мадам. Ну, у нас нет выхода, идем дальше. Как там с аниме? А что с аниме, Расти? Я не... В чем вопрос? Можешь задать его? Так, нам еще на босс раш нужно и на хаша, да? Постараемся сделать максимум. Так, библиотека, а ключей нет. Библиотека бы нам пригодилась, конечно. Какой-нибудь ревелейшн оттуда. Ой, блядь. Давай. Нихуя. Плюс бомба. Бля, нам нужны ключи, а не бомбы. Пожалуйста, ключ. Я уже молчу про два. Один хотя бы. Бля, будет хуёво, если... О, отлично, супер, кстати. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте. О, ну давай. Приятно познакомиться. Жалко, аниме стримов не будет. Бля, ребят, найсбайтите. Найсбайт, бля, держи в курсе. Так, ну и, конечно, в идеале было бы достать еще одну, еще один ключ. Амнезия, ну... Так, замечательно. Проверю. И проверю. Ясно. Не помню, где вообще может быть. Ладно. Я уже не выжил, где секретка и так далее. Я не ебу. У меня амнезия, я не помню нихуя расположение. Я наугад сейчас натыкал и все. Вот это, конечно, хорошо, блин. Теперь я жалею, что у меня нет бомбы. Сюда тоже бы две. Чтобы ресы получить. Бля, и сюда. А, могли вскрыть-то через эту. Так, давай, ладно. Блять, не грызи их, ёбаный рот. Окей, все, хватит. Speed up.
И еще скорость. Так, можно, конечно, купить будет бомбу, ну ладно. Найс, блять. Хотел взорвать у грибка, но... В итоге пососал. Ой. Пиздец. Ладно, это жадность моя на самом деле. На самом деле это моя жадность. Это был, оказывается, не наш. Ебать. Говно. Просто бесполезничь комната. Иди сюда. Понятно. Так. Вам не кажется, что я очень рискованно что-то поебурил, а, чат? Вам не кажется, что я чуть-чуть подохуел? Не кажется, нет? Потому что как будто бы я сейчас солью. Пойду-ка я магазин открою. Вот так вот сделаю. Ну такое, чат. Ебать, ну такое. ХП-то у меня нет. Ясно. ГГ, походу, да? Как реально стать модератором? Никак. Надо быть старым зрителем, недолбоёбом и много других факторов, и сейчас набор модерации не проводится. The tower. Понятно. Ну, модеры сами, короче, сделают все. Ну, unlucky. Чего могу сказать? Unlucky. Не повезло с позицией и его атакой.
Хуйня. Блять, не успел отойти. Пиздец. Опять ГГ, походу. Опять ГГ, походу, чат. Блять, найс, шутка-то. Пиздец. Блять, ну просто какого хуя? Бля, мне нужен ХП. Желательно, конечно, соул. Желательно выставить где-то соул. Бомбу взяли. Хороших камней нигде нет. Бля, взрывать ради того, чтобы взять здесь ХП. Давай. Порежемся бритвой потом, когда соло найдем. И ключа нет. Привет, можно вам задонатить? Спасибо, Амиго, нет, нельзя, запрещено. Полиция уже выехала за вами. Кстати, я забыл, у нас же 5 подарочных было. А я нифига не выделил, да? Нифига не выдал, вернее. Так, погодите. Сорян, бро. Забыл. Ты, наверное, там ждешь, такой думаешь, блять, наебали. Спасибо тебе еще раз большое за 5 подарочных сапок. Это очень-очень щедро. Благодарю. Теперь я вор в законе. Повторика, повторика. Да, Амиго Твич. Практически. Только ты не своровал, а отдал. А тогда. Можно в чат писать? Можно, в чат можно. Но через 5 минут будет нельзя. Ой, лучше бы сундук вскрыл, еб твою мать. Да, чат, да, да, да. Все очень жестко у нас теперь.
Ну и говно. Играем от этого, от Angel Room, а там заодно пытаемся вытащить ключи. Бля, я не могу себя поранить из-за того, что у меня нет Soul Heart'а. Это опасно будет. Колесница. Нам, правда, ренжа не нужна, но... Блять, какой ковырял его без трансформации, пиздец. Люди просили, что хотели зажимать стримы. Да, ради бога. Ой, блядь, ну и ковырялово, пиздец. За дело. Ну ладно. Так даже лучше. Он нам половину снял, а бритву снимает по одному. Найс, подразнили ключом еще там. Ой. Хотя... Блять, как же я сегодня хуёво играю. Блять, это просто пиздец. Нет у меня запала, чат, нет запала. Нет запала сегодня. Сегодня у меня нет запала. Так, это хороший модификатор, конечно, но... Так, бомба нужна. Бомба нужна и ключ. Что-то сегодня просто настроение опять не очень хорошее такое. Не то чтобы прям полное говно, но не супер. Так что да. Мне похуй, сколько в Казахстане время, бро. Блять, вот это можно было бы взять. Но нет денег. Ой, бомб опять дохуя надо.
Пойдем. Какать можно? Какать можно, чат, да. Можете какать. Блять. Я получаю урон на такой хуете. Это просто пиздец. Вот серьезно, просто пиздец. Так, у нас есть хп, можно поискать жертву. Попытаться там что-нибудь сделать. Конечно, конечно, бэт-трип. Конечно, бэт-трип, блядь. Блядь, чё-то я ещё жрать хочу. Заебись. Вот бы жареной картошечки. Ням-ням-ням. Ну ладно, давайте поторгуем. Это было хорошо. Это я тоже возьму. Бля, жалко, а так спит нас, не сохранится нихуя. Эх. О, вот и бомбочка. Так, ключи есть, это хорошо. Может быть, даже в магазин заглянем, если сейчас поднаберем денег. Ну, ебать. Супер, блять, ёбный комар. Это хорошо. Так, хп пока оставляем. Так, бомб у нас нет, нихуя у нас нет. Удача у нас один. Так. Блять, лучше через это тогда будем спускаться. Ясно. Пойдем фулл хп заберем свои и в магазин. Хех, можешь взять контракт. А, нет, подожди. Это для и... Это другое. Это у нас получается теперь... Ебать, как она работает. Пиздец. Вот это они предмет завезли для нее. Ёбаный рот. Я, кстати говоря, не знал этой хуйни, прикиньте.
активируют, короче, и птицу ей, и активируют этот... И активируют ее режим. Спасибо большое, пап Пирка. Благодарю тебя. Ой, зачем я это сделал? Ебать, минус контейнер словил. Пизда, блядь. Найс, таблетка. Найс, блядь, таблеточка. Просто вал таблеток. Релакс. Нихуя. Еще? А. Something's wrong. Можно на самом деле себя еще попиздить, поскольку у нас соло, чтобы бустануть себя так спит. У нас такая синергия от ХП получается. Ой. Я... Окей, он наносит нам... Блять, просто пиздец. Такой, блять, бред. Он наносит нам одну ровную ХП. Блять, чат, такое дерьмо. Не ставьте сейчас на меня вообще. Я вообще не слежу за игрой и не играю нормально. Вообще, даже не это. Даже не думайте. Хуйня. Хуйня. Дизлайк тебе? Ну нехуй ставить на меня, когда я в плохом настроении. Когда я в плохом настроении, ребят, я постоянно проигрываю. Потому что я на отъебись играю. Все очень просто, на самом деле. Я не пойду сейчас челлендж в таком настроении делать. Все, ставка, да, там уже? Ту-ту-ту-ту-ту.
Да игра-то не душит, на самом деле. Главное, пох на ставку, главное, чтобы игра не душила. Она не душит. Просто я хуёво играю, потому что я на отъебись играю. В нашем случае это не совсем супер. Но сойдет. Да. 3.32 в сухом остатке. Без этого, это, конечно, пиздец. Это трек Your The Count. Всем привет. Привет, спасибо большое за переподписку. Блять, докатилось все равно. Ну, неплохо. Ой. Так, теперь бы ключ найти. Теперь бы найти ключ. Ой. Так, ну денег у нас на него нет. Опа, стоп. Может быть, теперь и будут. Тринкетка на говно пришла вовремя. Не очень супер, но щедро. Так, там ключ. Так, там сердечко. Смотрим ключ. На
Понятно. Скорее всего, в конце этой комнаты. Так, контейнер, понял. Вчера решил впервые подрочить на тебя, и теперь не могу остановиться. Я тру свою пизду уже сутки, пересмотрел все твои фото. Можешь, пожалуйста, подвинуться, чтобы я тебя рассмотрел, или лучше кричи, меня это возбуждает. Блять, Артём, ты хотя бы сменил бы пол, от которого пишешь. Знать спасибо, не сказал, не прочитал его. Это тебе на покушать не будет таким грустным, чатик тебя любит. Этот, извини, что не прочитал, если что. Да, спасибо большое за 2 евро. Но, кстати говоря, здорово, что ты так это... преодолела... Я не знаю, стресс. Видимо, для тебя это не особо стресс даже был. Или из-за того, что он тебе изменял. Ты, типа, так легко отказалась. Ну, в общем, молодец, хочу тебе сказать. Вот. Круто, что ты... Ну, типа, так... Не знаю, стойко отреагировала на это... Да, и сорян, что не прочитал, просто, ну, что-то я не обратил внимания. Такое бывает. Ребят, там у него деньги, а почему я их не забрал вот так? Объясните, пожалуйста. В чем проблема? Я вот не знаю, что с ним сделать. Попробовать в него вложить деньги, чат? Бля, мимо. Ну просто девятка, это не слишком большая сумма, чтобы его раскуролесить. Да. Все. Минус бабки. Пойдем посмотрим, что будет у него. Может быть, там он дропнет что-нибудь как-нибудь. Может, дать ему посрать, а? Реально, может быть, на говне нафармить. А, на этом говне уже не нафармишь же, да? Это зафиксили давно причем. По-моему. Да. На этом говне уже не нафармишь. А раньше было здорово, да. Раньше можно было. Ну, плюс контейнер. Даже не знаю, от чего отыгрывать, честно говоря. Давайте отыграем от ангелов. Отыграем от ангелов для того, чтобы это... собрать... Не буду даже взрывать его. Хотя пойдем взорвем его. Мне жалко только 6 лет убитых на такой конец. Ну. Дерьмо случается. Что я могу сказать? Дерьмо случается. Остается только принять и пережить это. Ух! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Бомб у нас до хрена, можно уже и повзрывать что-нибудь. Вау! Нормально.
Зачем бомбу на попрошайку изнул? А, блядь, да я... Просто так. Мне, честно говоря, поебать. Это ничего не поменяло. У нас тринкетка на бомбы, и с бомбами у нас не будет проблем больше никаких. Бомбы у нас почти что бесконечные. Клугер, не надо такие пасты делать. Занимающие полчата. Так. Этот быстро улетел. Так, хорошая пилюльня. Давай возьмем. Блин, жалею, что тринкетки говна у меня нет тут. Спасибо. А ее не поменяли? А, нет, Сергей, ее поменяли немножко. Ой-ой-ой, тихо-тихо. К сожалению. Так, ну что, на босс раш мы не успеем. Слабо, медленно зачищаемся. Еще контейнер. Оставляем. Пойдем сейчас в Pain Room заглянем. О, кстати. А я прошел мимо. Спасибо большое, Авидеус, за... Ой, блять. За подарочную сапку. Благодарю. Блять, нам бы камень на самом деле найти. Нам бы с вами найти камушек. Ну все. Го. Так, единственное, что сейчас вот тут взорвем, вот так вот. Неплохо, да? Хорошо вскрыли.
Так, идем в секретку. Блять, комната жертвоприношения просто не спавнится. Заебанную Ив. Непонятно почему. Говно, не прокнуло нихуя. И парашу дала. Привет, привет, Тиска, ты чё грустный? Хуй сосал невкусный, ха-ха. Так, ладно. Без шуток. Без шуток, чё грустный. Блять, нас, конечно, жестко контейнерами заряжает. Я пока брать не буду. Блять, ХП. Хотя ладно, давайте возьмем. Тут все равно нет ничего, где мы могли бы его слить. Они опасны, грустно смотреть в чат. Чат стагнировал, да. Хуйня пробильная. Чё, после этого на челлендж, может, пойдем в чат? Сходим на челлендж. Так, ну на хашу, может быть, успеем. Какой стагнировал? Паста — это язык будущего, а чат давно уже сверхлюди. Опять нет жертвоприношения. Ой, блядь, надо было зайти в эту сокровищницу там, ёб твою мать. Бля, ТП исчезли, да ведь? Да, я забыл. Так, ну это не для этого пробела.
Хотя, может быть, мы встретим нормальный пробел. 16 бомб, я думаю, нам пока достаточно в любом случае. Рейнджа. Блять, это хорошая штука, но... А, блять, не, подожди, мы ее ни разу не брали, это другое, я перепутал ее с другой, понятно. Но я уже понял, как она работает. Блять, ебаный комар, прям в рот мне нахуй. Летел. Месяцев какаю под стрим, Сережа. И до сих пор не вышел из туалета? Уже 20 месяцев срёшь и все? И не можешь выйти из сортира? Мои соболезнования, конечно. Это тяжело, наверное. А нахуя выходить? Не, ну если мамка бутерброды в сортир может принести, то вообще отлично. И компьютер. Компьютер, главное, принести. Компьютер, там, всю такую хуйню. И тогда можно вообще не выходить из сортира. Реально. Я когда-то в детстве думал о том, что как же прикольно, наверное, жить в сортире, типа, спать там. Ну, в своем домашнем имеется в виду, если там все облагорожено, так сказать, для этого. Мне казалось, типа, заебись, блядь, в школу ходить не надо, еще что-то. Сидишь в сортире, там, хавка какая-нибудь, там, еще что-то. И посрать можно, и поссать тебе, никто ничего не скажет, не сделает. Короче, охуенно, не жизнь, а сказка, блядь. Потом-то я уже подрос и понял, что это какая-то хуйня. Но это уже было потом. Бля, главное в школу не ходить на самом деле. Да, вот я тоже так думал. Школа такое дерьмо. Вот я, блядь, не знаю. Главное в школу не ходить. Школа просто параша. Все что угодно. Стать котом, не ходить на работу, блядь, что угодно. Ну, вы поняли. Все в таком духе. Все в таком крутом, классном духе. Блядь, не, на самом деле, котом-то быть хуёво. Вот если так, это ты огромных, короче, огромного количества удовольствия ты лишаешься, понимаете? Если ты становишься котом, то... То на самом деле, котом-то быть хуёво. Типа человеком быть лучше. Найс предметы? Да у меня помойка, пиздец. Человеком быть реально круче, блядь. Ёб твою мать, найс. Я понял, что заебись быть просто, короче, этим, как его, блядь. Заебись быть чуваком богатым. Вернее, не богатым, а, короче, жить у богатого человека. Ну, блядь, в смысле, нет, не жить, а быть...
Короче, родиться у богатых родителей. Не-не-не, быть тоже дерьмовым. Не-не. Быть дерьмовым, потому что когда ты богатый человек, и, то есть, скорее всего, ты эти деньги как-то зарабатываешь. Значит, тебе нужно содержать бизнес или еще что-то. Ну, короче, блядь, тебе нужно ебашиться и работать. А вот когда ты ребенок чей-то, блядь, вот это заебись. Тебе в похуй, короче, тебе не надо содержать бизнес ебаный. Вы поняли, да? Да какая содержанка, блядь? Долбоёб, блядь, ты слышишь, о чем я говорю, что ли? Если, блядь, ты у своих родителей содержанка, блядь, и тебя батя за это ебёт, за то, что тебе дает как его, деньги на карманные расходы, то ну уж, блядь, это твоя семья так устроена. В других семей не так, чувак. У других семей вообще не так. Найс, конечно, магазинчик. Бля, меня комар в ногу укусил, блядь, и походу насосал кровь, у меня теперь чешется там. Бля, лето для уёбищ, вот отвечаю просто. Лето, время года для уёбищ, блядь. Ни один, сука, здравый человек эту хуйню любить не будет. Насекомые, блядь, еще что-то, блядь, просто конченое время, блядь, абсолютно конченое. Умеренный климат самый лучший, никаких комаров ебаных, они все дохлые гниды. Никакой жары ебаной, блядь, ходить можно и в футболке, и в кофте, как хочешь. И не жарко, и не холодно. Забрали. Похуй, пляшем. Играем по-жесткому. Буду копить на посылку? Не советую. Я ее никому не отсылаю и больше, и скорее всего никому не отошлю. Мне нужно будет выкинуть ее из этих и вернуть всем коины, кто купил. Я не хочу ничего отсылать, это пиздец геморно. Их слишком дохуя покупают, и поэтому это дохуя. Я просто, блядь, это пиздец. Нет. Это... Я думал, миллион коинов это будет проблема, но оказалось, это вообще нихуя не проблема. Миллион коинов это оказалось хуйней. Так что, может, да, можешь не покупать ее и не копить на нее.
Отправка просто еще времени дохуища занимает. Просто дохуя. А такой кучи, блядь, еще каждый человек из разной страны, блядь, там заполнять надо по-разному. Просто нахуй, блядь. Просто нахуй. Даже на Украину, блядь, ебаную надо заполнять, как будто ты в Европу, сука, отправляешь. Реально дегенераты. Взяли, блядь, усложнили людям пересылки. На английском, блядь, и так далее. Просто, блядь, Рафлан ебало. Сука, такой ор, нахуй, пиздец. Блять, просто долбоебизм такой, я ебал. Долбоебы делают вид, что нахуй ничего не понимают. Ёб твою мать, а ведь взрослые люди все, пиздец. На самом деле, просто взрослые люди. Только людям хуже сделали. А уж как бедные бабушки, блять, и дедушки отправляют, я вообще даже не знаю. Это вообще ж пиздец. Они, наверное, вообще в полном ахуе от происходящего. У тебя еще есть ячейка для посылок? Нет, у меня нихуя нет. Не надо мне сейчас ничего присылать, я не хочу. Забейте. Это лаз-заход? Да, скорее всего. Сегодня не прет вообще играть. Завтра нормально поиграем. Ничего не будет отвлекать, ни фифы, ни хуя. Не будет мешать настрою на Айзек и... Можно будет просто посвятить себя Айзеку. Нахуй бюрократию? Да это не бюрократия же, блядь, это уебищная политика. Клюгер, там нет музыки. Ты эту музыку никак узнать не можешь. Держу тебя в курсе. Тирсап, неплохо. Уперлись в кап. Блин, надеюсь, она упадет или нет? Бля, походу нет. Заебись. Да, чат? Блять, как задело?
хуй знает. Найс, хп, конечно, забустили. А в Айске есть аннигиляторная пушка? Нет, к сожалению. Ну и всегда можно нанять модера или аутсорс, чтобы быстро все оформили за тебя онлайн, а там уже только на прием принести для упаковки сотрудникам. Чё, блядь, ты несешь нахуй? Я, чувак, вообще, блядь, не это, как его, не читал, о чем ты, блядь. Кого, блядь, нанять? Чё ты несешь вообще? Чё, блядь, ты ещё высрал? Он про посылки на аутсорсинг отдать? Чё, блядь? Когда Африка стала идиотом, а? Напомните, пожалуйста. То за посылки? Хорошо, посылки, и что? Ты предлагаешь, блять, платить модератору нахуй деньги и еще кого-то, чтобы, сука, ваши ебучие под эти законы нахуй, блять, оформлять? Чё, блять? Или я неправильно понял? Ты чё, имбецил? Или я что-то не понял просто? Может, я думаю, может быть, я имбецил? Я не понял, о чем ты, блять? Просто по последней выдержке я понял примерно это. Блять, ебать, Африка все-таки дегенерат тупой, я просто в шоке. Я у чувака вообще мозги не варят, ему лишь бы хуйню высрать, он вообще ни о чем не думает. Нашел, блять, решение, гений ебаный. Пиздец, блядь. Мда. Я предписал, что посылки на Изи онлайн оформляются. Окей, ты должен все равно взять ебаную бумагу и заполнить ее. Вернее, на посылке должен все равно все указать, блядь. Короче, это в любом случае геморрой нахуй никому не нужный. И посылки сейчас... Вот их даже сейчас покупают дохуя достаточно. И это при том, что люди знают, что я их не отправляю... Ну, как бы, сейчас не отправляю. А если, блядь, начнется хуйня, что их отправляют, пиздец. Это вообще забей. Короче, посылок за миллион не будет коинов. Вообще за коины ничего не будет присылаться и делаться. Это геморрой, это пиздец. Это нормальная страта, когда у тебя, блядь, 200 онлайна. Да. Это может... Это нормально. Но ебать. Нет. Поэтому, кстати говоря, давайте прямо сейчас сделаем эту хуйню. Сейчас. Чтобы никого не сбивало... Все. Все, больше ее нет, а коины все вернулись людям, которые потратили их. Все.
Давно надо было сделать эту хуйню. Потому что отправлять я ничего не буду. Так. Ну, это нам не нужно. Нам лучше это взять. Жалко, у нас нет капа. Ой, вернее, кап у нас на... На тирсап и оверкапа у нас нет никакого. Может, поебошиться об эту хуйню? Это я сделал, конечно, зря, наверное. А, стоп, я здесь не вскрыл еще нихуя. Так, погоди. Сейчас, может быть, найдем что-нибудь. А, ну здесь уже был. А, да ладно, не задело просто. Эх, хуйня. Бро, ты просто неправильно понял, все норм, я ничего не имею против и перестань делать успешные выводы. Не-не-не-нет, мне же чат подтвердил. Значит, машни на чат. Так, мы все равно там хп сольем сейчас. Блять. Два хита на самом деле еще надо. Но... Мы их не сделаем. Спасибо, Афол. Ты смотрел «Бумажный дом»? Советую. «Бумажный дом», по-моему... У меня плохая память на название, я уже... Миллионный раз ты говорил. Не знаю, я смотрел, не смотрел. Может быть, и смотрел. Хуй пойми. Плюс хпшка. По хп, я думаю, мы не умрем. Соул харты получили. Игровая комната есть. Так, ну... Ну, даже не знаю, что у него вообще есть там. А, ну, да, нам с ним играть смысла особо нет. Есть смысл только потыкаться сюда. Так, а с него тоже пауки, да? Да. Это про ограбление монетного двора, испанский сериал. А, это сериал! Не, сериал я не хочу смотреть сейчас. Не, я думал, что это фильм, но... Привет, Зупа. Something's wrong. Какой-то грустный сегодня. Да, да, есть немного такое. Как бы не в настроении, что ли. Уставший немножко.
Завтра, думаю, будет лучше. Нормально, сядем так, Вайзик, подрочимся целый день. Контейнер. Блять, ёбаный комар летает, господи, рот ебал лето. Ну, если ты настаиваешь. Я тупой, не бейте бажаж, да, но стрим от 11-го числа удалён. Нет, блять, конечно, не удалён, посмотри в записях на Твиче. Ставим хп, хотя давайте замедлялку возьмем. Спасибо за 50 рублей, Ви. Чувак, такие стримы, блять, естественно, удалены нахуй. Любые стримы, которым больше 2 месяцев, нет на Твиче, а выкладываются записи, лишь некоторые отрезки и определенные вещи. Все. Так что можешь не это. Не искать. Ой, так. Пойду сразу за контейнером. А, он не здесь. Получим повреждение, хуй с ним. Лень потом обратно будет идти за ним. Клюгер, мне не интересна эта серия игр. Мне они не нравятся. Ты же прыгнуть можешь за хп. А, блять, точно, да. Постоянно забываю про свою книгу. Блять, ёбаный комар, как он заебал меня. Сука, я убил его, окей. Всё. Так я ж говорю, я тупой точка плюс, я из касты, которая ниже ансабов.
смотрящая в записи, называется. И почти все стримы на этой неделе пропустил. Сейчас начал смотреть. Анонс на 11-е был, а стрима нет. Вау. А, подожди, 11-е, блядь, чувак. 11 числа. Короче, да, оттуда выйдут лыжи, только записи. Некоторые стримы удаляются, потому что там может что-то произойти странное или еще что-то, чтобы обезопасить канал. Жди в канале React, ну ты сам знаешь. Все, только там. Полноценного стрима ты уже здесь не увидишь. Все, я что-то подумал, что, блядь, от 11 года, блядь, почему-то. Сорян, я тебя не понял вообще. Донат, видимо, так сейчас... Блять, ГГ, нахуй, чё я могу сказать, ебать. Естественно, к боссу не пойдем. Ок. Ищем ХП. Хотя бы одно сердечко. Бля, нихуя. Ой, плохо. Блять. Здорово. Я же червяк хилит. О, да ладно, блять. Действительно, какие проблемы у нас тогда? Червяк же взял да захилил за секунду. Какая проблема, блять? Гений ёбаный, блять. Иногда как пизданет кто-нибудь что-нибудь, так, блядь, аж нахуй лицом хочется, своим лицом хочется, блядь, стол нахуй проломить. Ты ему пауков кормил, блядь, мне бы не отъехать нахуй, а не пауков ему кормить. Отлично, все. Все, другое дело. Блять. Ну, сейчас, может быть, скормим ему этого какого-нибудь. Ой, блять, ну Настя покормил. Пошли нахуй, чат, реально, блять. Пошли в пизду. Вот поэтому я, блять, и не кормлю. Ёбаный твой рот, блять. Сучий. Пусть с этого накормится. Ой, блядь. Так. Сейчас пойдем вскрывать. Ну, здесь нет. Да, двойной не будет, окей. Так. Понятно. А, ну мы могли бы догадаться, что здесь не может быть секретки. По комнате слева и справа.
Все, нахуй тогда. Нахуй! Выеби меня. Нет. Короче, доначу в честь ДР. Мне кажется, или тут так такая приятная атмосфера? Тебе кажется? Прости, что доначу в первый раз. Я лох, поэтому немного боюсь общаться. Чувак, во-первых, не бойся общаться, поздравляю тебя с днем рождения, хуйрой. Извиняться за то, что ты не донатишь, это очень сильно, бро. Это реально, это прям... И не знаю даже, что тебе сказать на это. Да, исправляйся. Ладно, шучу, конечно, чувак. Это не те вещи, за которые стоит извиняться. Вот что тебе скажу. Огромное тебе спасибо, еще раз тебя с днем рождения. Все, как говорится, наилучшего. И замечательного. Да, и ты лучше через чат хотя бы пытайся общаться. Это же интернет, бро. Здесь проще. Иди, сожри его. Так, это может быть нам пригодится. Нам теперь главное ХП найти. Я думаю, это надо обмыть. Прости меня, пожалуйста, что перестал сапки дарить. Сереж, не бей, лучшая босса. Пожалуйста, мне очень жаль. Мама отрывалась, когда тебя носила и пила в запой. Мама отрывалась, когда тебя носила, вот ты и тупой. Прости, что не доначу, но иди нахуй. С наилучшими пожеланиями. Спасибо, Капуста, за 200 рублей и Beginner's Wake за 50 рублей. Не знаю, ребят, я на вас очень обижен. Блять. Я на вас очень сильно обижен. Не знаю даже, ну, я не знаю, что делать, честно. Я, блядь, разочарован вас, даже скажу так. Такого пиздеца от вас я, скажу честно, не ожидал. Блять. Очень опасно. Ой, блять. Возьмем это. А, иди сожри, иди. Нихуя, да? Yeah.
всех, что не выкупаем аниме каждый день. Лично я торжественно клянусь, что если стану миллиардером, поделюсь парой лямов про план лича. Блять, а прикинь, ты реально станешь миллиардером? Зайдешь и поделишься со мной 2 миллионами долларов, блять. Вот это будет пиздец, конечно, бро. Я так хочу, чтобы ты стал богатым, а? Спасибо большое, Ви, за 500 рублей, это очень щедро, благодарю. Блядь, чуваки, как я хочу, чтобы вы стали богатыми, пиздец. Я уверен, что если кто-то из вас станет миллиардером, там, или даже миллионером, вы зайдете сюда и чисто по угару закиньте деньги и скажете: ебать, чувак, прикинь, я миллиардер. А вы такие: ебать, да ну нахуй. А ты такой: помнишь, я у тебя на стримах сидел, пердел, блядь, и сапки выпрашивал. Вот, держи, блядь, 100 тысяч рублей. На, нахуй, еще такой. Вот это пиздец. Вот это, блядь, было бы. Вот это жизнь, чат, сука. Но, к сожалению, никто из вас им не станет. Ну, потому что вы бездарные долбоёбы. Очень жалко. Эх. Но мечтать не вредно, так или иначе. Мечтать не вредно. Правильно, чат? Никто не отнимет у меня мечту. Лучше меня не злить. Прости нас, что мы не сидим на твоих игростримах и не выкупаем аниме. Dreamboyson, приди. Блядь, вот то, что вы не сидите на играх стримах, на самом деле, это и вправду уебищное. Это отвратительная хуйня, я считаю, и вы долбоебы. Блядь, Void открылся тут. Сука. Вот это, блядь, я считаю реально хуёво. Осуждён, блядь. Жопу свою осуди. Прости нас, что мы долбоебы. Не, вот за это тоже не прощу. Лучше вон с парнем поболтайте, у которого день рождения, а он стесняется общаться. Поболтайте с ним, чат. Сделайте так, чтобы человек себя чувствовал комфортно. Отсосите ему. Хотя бы, я уже не... Я уже молчу о другом. Блять. Поймали ведьму. Можно мы ее сожжем? Спасибо большое, Амиго, Twitch за 21 месяц. Спасибо большое, Beginner Swag, за 50 рублей. Пойду тогда и в ночную смену работать, чтобы больше не извиняться перед тобой. Извини, что теперь я буду пропадать. Ну и пошел ты нахуй. Спасибо, Капуста, за 50 рублей. Мы тебя тоже не простим, что ты долбоеб. 1-1. Сука, 1-1, да.
Бля, хуёв, что его пауки тронуть не могут из-за его позиции, пиздец. Вот это говно. Да, чат? Бля, он даже не треснул еще. О, треснул. Ого! Прохнуло. Стримеру заплатите хорошим донатом, хорошим донатом. Стримеру заплатите, ведь это Сергей Кауе. Вроде 1-1. Опустит мой кошелек, а не твой. Что-то тут не так. Все так. Спасибо, капуста большое. Вот был бы ты стоматологом. Тебе бы уже донатили миллионы. Пользуясь случаем, в очередной раз прошу часть не шутить со своими зубами. Я вот дошутился до сгнившего нерва. Больно было, пиздец, в Латрае. Теперь уже вторую неделю хожу по 3 раза в неделю. Каналы прочищаю, а там есть других зубов. Бля, чувак, а как ты так запустил? Пиздец, а как ты вообще реально так запустил? Это для того, чтобы запустить до... Блядь, это надо... Я хуй знает, это надо... Блядь, чувак, ты чё? Ты настолько боялся стоматолога, что тянул до самого конца? Или что за прикол? Не чистил зубы? Это вообще не от этого. Это у него начало уже болеть, ему уже было хуёво, а он не ходил все равно к стоматологу, и вот он дотянул. До такой, на самом деле, штуковины можно дотянуть только в том случае, когда ты, не ходишь к врачу, хотя ты понимаешь, что тебе надо к нему идти. Просто так это не пукается нихуя. Ты прав, они едят, трахаются и срут среди нас. Мои советы, видимо, слушал. Красава. Блять, бигинер, видимо, да. Видимо, реально твои советы слушал, пиздец. Это плохо. Просто это надо реально игнорировать проблему очень долгое время. Во-первых, эта проблема сопровождается болью, блядь. Пусть Beginner's Wake меня поправит, если я не прав. То есть она не проходит безболезненно. И это происходит, и эти процессы, они идут какое-то время. Может и не болит, не может быть такого. Если у него настолько, не могло не болеть. И вообще не могло не болеть, это бред полный. Вообще не могло. Ой, блядь, она же дублирует. Я, кстати, не ходил к стоматологу 5 лет, а потом понял, что делаю хуету и лечил полгода. Было дико больно, когда каналы чистили. Понятно. Я не знаю, почему люди боятся стоматологов, это вообще полный бред. Это на самом деле такая хуйня. Камень? Да поебать. Сабдвач! Мур-мур-мур-мур. Это надо пить обезбол и терпеть до того, что они перестают работать и спать от боли не можешь. Да, боялся. Вот такой вот я долбаю. Зато теперь не боюсь, и стоматолог мне очень рад. Ну вот видишь.
Вот да, по-другому это и быть не может. Ну, чувак, я рад, что у тебя в итоге все нормально, и ты занимаешься лечением, и ничего фатального не случилось. И теперь ты знаешь, как никто другой, что бояться стоматолога не надо, блять, и надо заниматься собой, когда у тебя проблемы. Молодец, что могу сказать. Спасибо за 100 рублей, и... Блять, кота мы не будем брать, конечно. Блять, опять этот трек ёбаный нахуй, над которым я стебусь постоянно. Чат, новый чат. Разумеется, он рад не мне, а деньгу. Просто тут символов мало, чтоб по-другому не писать. Блять, че за говно, блять, просто. Этот сучонок жрет мед прямо из улья. Водку хлещет за четверых. А кое-кто поговаривает, что он нахер полное ведро вешал. А если без рофлов, то надо проф. Чистку делать раз в полгода. Кариес и другое зависит от вашей предрасположенности. Но на самом деле этого может сэкономить огромные деньги, чем... Без шуток. 15к больше, чем 150к. Жиза, да. Слушайте, ну ран нормально. Боялся из-за того, что однажды, когда мне выдергивали зуб, он сломал и корешок не мог выдернуть. Выдергивали очень долго. Анестезия не помогала. После этого я боялся, ведь без шуток. Это было самое болезненное, что я испытывал. Я понимал, что мне надо идти, но пять... Я понял, да. Так, ребята, заив получился вот такой ран. Ну, по крайней мере, мы закрыли Мегастану и Войда. Все, чат, на сегодня, наверное, хватит. Завтра будет весь день Айзека. Я думаю, мы завтра полностью закроем Ив. Я думаю, что Самсона закроем тоже. До закроем Азазель спокойно. Вот этих вот персонажей вообще без проблем. То есть Ив, Самсон, Азазель. Бля, здесь еще просто дохуя. А что, все чемпионы на Виграна?